И о сладкой победе кондитеров. Армавирская фабрика «Метрополис» стала лауреатом международного конкурса «Лучший продукт года». Он прошел в рамках выставки «Продэкспо-2015» в Москве. Это крупнейший форум пищевой индустрии. Наше предприятие участвует в нем уже не первый раз и всегда его отмечают сразу несколькими наградами. Компания и в этом году увезла с собой золотые медали за качество и приз за лучший стенд от столичного экспоцентра. Евгения Сакмаркина продолжит. Затейливо украшенные торты, воздушный зефир и ароматные слойки. Этот стенд покорил и посетителей выставки, и организаторов. В этом году все лакомства, представленные на конкурс армавирскими кондитерами, стали победителями в своих категориях. Кубанское предприятие постоянно привозит в Москву что-то новенькое. Именно за разнообразие сладостей фабрику знают и любят в России и даже странах СНГ. Ассортимент кондитерской фабрики на сегодняшний день представляет более 500 наименований. Это замороженные полуфабрикаты, которые на сегодняшний день являются лидерами у нас по Южному федеральному округу. Еще более широко мы представлены по выпечке. Фабрика входит в число 10 крупнейших кондитерских предприятий страны и является лидером в Краснодарском крае. Она постоянно радует покупателей новинками. Сейчас особенно популярны замороженные полуфабрикаты из слоеного теста. Благодаря им любая хозяйка может побаловать семью и гостей свежей выпечкой. Для нашего предприятия главным является доверие покупателя. Поэтому в своем производстве мы используем только натуральные ингредиенты и начинки собственного приготовления. Это мясные, сырные, овощные начинки, сладкие начинки, используемые в замороженных полуфабрикатах. Преимуществом данного товара является быстрота его приготовления. Продукция фабрики ежегодно входит в число 100 лучших товаров Кубани и России и получает краевой знак качества. Останавливаться на достигнутом кондитеры из Армавира не собираются. Сейчас они планируют расширять производство и создают новые рецепты. Евгения Сакмаркина, Денис Горбунов, Кубань-24.